Прежде чем я начну, несколько слов про возможности Росатома, в общем-то, о производстве изотопов. Потенциал изотопного комплекса госкорпорации по праву считается крупнейшим в мире. Более 10 предприятий обладают возможностями по наработке изотопов, как стабильных, так и радиоактивных. Безусловно, основное применение этих изотопов во многих случаях – это как раз ядерная медицина. На сегодняшний момент сразу несколько предприятий нарабатывают медицинские изотопы. В первую очередь это молибден-99, йод-131 и прочие. На российском рынке институты госкорпорации Росатом являются на сегодняшний момент основным поставщиком радиофармпрепаратов. На еженедельной основе более 200 клиник получают генераторы технеции и другие радиофармпрепараты. Помимо этого, сырьевая изотопная продукция, она поступает на международный рынок, и наши партнеры изготавливают из этой продукции радиофармпрепараты, которые впоследствии поставляются в клиники по всему миру. Мы понимаем, что радиофармпрепарат – это тот стратегически важный продукт, на который мы делаем упор в своей стратегии. Помимо возможностей, о которых я сказал ранее, хочется немного сказать про вызовы, которые существуют в настоящий момент. На этом слайде вы можете увидеть сравнение применяемости диагностики с использованием генератора технец. И величина российского рынка на сегодняшний момент – это для нас основной вызов, так как наши конкуренты работают на сильных рынках, у них есть возможность производить целую широкую линейку радиофармпрепаратов, зарабатывать хорошие деньги, вкладывать в развитие производства и доминировать уже на других рынках. В России у нас обратная ситуация. У нас действительно очень серьезные сырьевые возможности, как я сказал ранее, при этом возможности нашего рынка сейчас ограничивают. Вот очень показательно видно, что мы более чем в 20 раз отстаем от Соединенных Штатов Америки по применению генераторов технеца на душу населения. При том, что разрыв в доходах, в общем-то, безусловно, тоже есть, но он составляет там 4-5 раз. Таким образом, для того, чтобы создать сегодня современное производство радиофармпрепаратов, которое будет конкурентоспособно как по цене, так и по качеству, да, нужно продумывать вопрос сбыта этих радиофармпрепаратов. Единственная возможность, которую мы видим в госкорпорации Росатом, это активное продвижение на Запад. Именно на этом и строится наша стратегия. То есть через создание большой линейки конкурентной продукции мы планируем как раз и решить проблему российского рынка, именно связанную с нехватками этих препаратов. Несколько слов, как мы планируем, в общем-то, это реализовывать. На этом слайде вы видите институты, которые обладают возможностями как по наработке изотопов, так и технологии по производству различных РФП, уникальными кадрами, прочими наработками. То есть планируется на базе отраслевых институтов именно создать современное производство радиофармпрепаратов, которое будет отвечать международным требованиям GMP, и это позволит нам поставлять продукцию за пределами Российской Федерации. Помимо GMP есть еще такое понятие, как market authorization, то есть необходимо для поставки продукции на другие рынки авторизовать эту продукцию. Здесь мы тоже планируем использовать либо зарубежного партнера, либо создать самостоятельную компанию. Вот, собственно, такие планы у нас по развитию данного направления. Большое спасибо.